Если бы я знал этот инсайт, у меня бы было намного больше денег. Когда теряешь более 0,3 BNB, все равно неприятно становится. В общем, вот это вот мое первое видео, касаемо Express Smart Game. Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. И в этом уже видео я вам расскажу про важность проплаты всех уровней, то, что у вас идут вниз, а потом уже пойдем наверх. Ну что же, погнали! Итак, коллеги, в чем была моя ошибка? Я действительно не проплатил уровни и пропустил все, что у меня было ниже. Потому что мы получаем только с тех уровней, которые мы проплатили. Я имею в виду про партнерскую историю. Поэтому сейчас мы эту ошибку будем исправлять. Вот видите, упущенная прибыль. 0,34 BNB. Боже ты мой. Короче, надо было проплачивать. Ну ладно, нажимаем вот сюда на Express Game, на какой-нибудь квадратик любой. И видим прикол. Опачки, посмотреть детали. Да, лоханулся. Да. Видимо, надо будет проплачивать. Окей, давайте мы его проплатим. MetaMask у меня до сих пор работает. Кстати, это видео я снимаю в тот же самый день, когда я сюда зашел. Так, окей, еще раз активировать. Идет проверочка. Так. Ну что, работаем? Или давайте еще раз обновим. Вернуться в свой аккаунт. Еще раз нажимаем на квадратик любой, опчики сюда, просмотреть детали. Нажимаю на активировать, смотрите, все делаем красиво. Опа! Activated, ну давайте активируем. Так, MetaMask запрашивает, действительно ли вы хотите это сделать? Так, 0,4, окей, так, газ тоже какая-то маленькая комиссия. Окей, все, давайте, нажимаю на подтвердить. И сейчас будет проплата. Activating. Не хочу я пропускать то, что у нас идет из глубины. И очень важный момент сказал Евгений Шистеров. Ему огромный респект. О, смотрите, все нормально. Транзакция прошла. Окей, congratulations, спасибо. Спасибо, огромное спасибо. Теперь мне стало проще. Так вот, Евгений Шистеров сказал следующее. Конечно же круто, когда мы можем проплачивать вот такие вот уровни, да, которые там стоят дорого, да, ну для кого-то. Хотя дорого это понятие такое относительно. Вот смотрите, ну например там 16 уровень, там еще какой-нибудь, вот видите, да, 15 уровень, смотрите наверх. Вот здесь, да, 8 BNB, 15 уровень, 6,5 BNB. Но в основном люди-то будут приходить, вы же сами понимаете, где-то 8 уровень, 0,55 BNB, 0,4 BNB, 7 уровень, 6 уровень. Значит, пятый уровень 0,2 BNB. И согласитесь, вот первый уровень 0,05 BNB. На сегодняшний день и час это примерно 20 баксов. Проще зайти на 20 баксов, нежели чем на 8 BNB сразу. Поэтому лучше эти уровни, конечно, сразу же проплатить. Поэтому мы с вами этим и займемся. Смотрите, все, проплатили, мы молодцы. Так, дальше. Я только-только начал, поэтому у меня еще особо здесь нету ничего, но мы все сделаем красиво. Так, заполнение текущей строки. Скоро здесь будет более корректная информация. А пока что давайте еще активируем шестой уровень. Идет проверка, а мы с вами пока посидим. Идеальное просто вот пространство. Реально, вот я очень люблю нормальные просторные квартиры. Так, знаете, 2-3 раза за год я меняю жилплощадь. Ну, потому что надо кайфовать, надо отдыхать. Итак, ладно, давайте мы еще раз это сделаем. Обновим страницу. Вернемся в свой аккаунт. Нажмем еще раз вот сюда. Дальше я нажму на шестую «Активировать». Снова проверка. Давайте, давайте, быстрее, быстрее. Видите, иногда нужно подождать. Поэтому видео, возможно, будет длинным. Но я вам покажу, что действительно все идет ну, к проплате. Это очень важно. Так, нажимаю еще раз сюда. Давайте мы попробуем сейчас проплатить. Так, что у нас тут получается? Значит, 0,20, 0,3, 0,2. Ну, видите, да, как это идет? Партнеры, значит, прямые партнеры третьей линии. Дальше. Так, все очень серьезно. Да, очень серьезно. Так, давайте мы сейчас это отменим. Потому что, видите, я спешу, а спешить не надо. Доступ для активации у нас есть. Еще раз я нажимаю, где проверка была. И сейчас будем проплачивать. Смотрите, опа, видимо, придется подождать. MetaMask у меня сейчас спросит, activating. Даже когда будет написано проверка, все равно можно будет оплачивать. Давайте посмотрим. Очень прям хочу качать. Видно, что действительно я прям загорелся всей этой темой. Да, действительно, пока что у меня немножко баланс BNB падает. Да, ну потому что я все-таки захожу, да. Все, значит, шестой уровень тоже проплачен.
я могу сейчас проплатить, смотрите, что пятый уровень и четвертый уровень пока вот здесь и сейчас, потому что третий уровень будет открыт только через 47 часов, пока я снимаю это видео, второй уровень будет доступен через 4 дня на момент записи этого видео, и на момент записи этого видео первый уровень за 0.05 BNB будет доступен только вот через 7 дней. Поэтому мы открываем то, что нам сейчас доступно. Идем на уровень номер, это какой уже, 5. Давайте Activate. Хорошо, что есть BNB. Сразу готовьте BNB на MetaMask. В принципе, можно и с телефона это все делать, но я вам показываю именно с компьютера, потому что, на мой взгляд, на компьютере удобней. Ну, я вам рекомендую просто с компьютера работать. Итак, Activating. Вы все видите сами. Если рисковать, то только своими собственными средствами. Никаких займов, кредитов, последних денежных средств ни в коем случае сюда не надо вообще закидывать. Только свободные средства. На что удобно, на то и заходим. Так, congratulations, level 5, отлично, все, видите, идет жара. И дальше мы идем на level 4, он у меня сейчас доступен. Обратите внимание, как будет производиться награда, значит, за уровень 74%, 0.10 BNB. Прямые партнеры, это вон 0.01, партнеры второй линии 0.01, но поменьше. И третьей линии 0.007 тысячных BNB, окей. Activate. Давайте активировать. Потом немножко маркетинг посмотрим, а уже в дальнейшем я видео сниму более подробное про маркетинг. Ну, примерно вот так вот. Все, молимся, все красиво. Я откидываю, как там, спинку своего кресла, просто кайфую. О, Господи, да-да. Очень хочется здесь сделать, ну, настолько большой результат, что мама не горюй. Потому что если старт у нас только полностью 8 апреля, если еще форсаж зайдет, а форсаж это вообще сумасшедшая история, то это будет, конечно, пипец. Ну все, я сделал, проплатил, апгрейд, 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 потому что я больше не хочу терять ни копейки денежных средств, выраженных в BNB, что может прилететь. Потому что если у вас уровень только 8 был активирован, а кто-то заходит на 4, 5, 6 или 7, все мимо вас, все мимо кассы именно вашей. А так здесь, в принципе, действует тот же самый линейный маркетинг. Но он такой, знаете, вычурный. Впервые, кстати, с этим сталкиваюсь. То наверх идет, то как-то влево, то как-то вправо, но переливы возможны. Поэтому здесь люди зарабатывают даже на пассиве. Никого не приглашаю. Но я, разумеется, буду приглашать, потому что я желаю добра проекту. И хотелось бы, чтобы здесь было, конечно же, больше движухи, а движуха обязательно будет. Потому что, вот видите, вот форсаж, например, да, вот эта вот тема, я тут, конечно, тоже немножко проплатился. Ну, тут автоматом идет, да, когда вы проплачиваете. Вот у меня даже уже, что происходит, так, это что? Даже в X4 у меня уже что-то тут есть, какая-то проплата, первый уровень, да, $5, да, прикольно, прикольно, и мне вот 5 баксов пришло, кстати, сразу все приходит на MetaMask, если что, вот, пожалуйста, смотрите, значит, 5 BUSD сюда и даже что-то вот BNB, неплохо, неплохо, все, окей, что-то мне здесь приходит, ну, форсаж, в принципе, я не собирался, ну, как бы хотел сказать, кончать, да, пусть живет, качать не собирался. Но пусть будет, потому что почему бы и нет. Как бы, да, я особо-то его вообще, ну, ничего не делал. Вот у меня тут один пока что человек, клики по ссылкам есть, партнеры туда-сюда. Так, вот, да, один человек, короче говоря, и пока вот 5 баксов мне даже это принесло. Ну, неплохо, вполне себе неплохо. Так, да, у меня осталось сейчас на кошельке 1.85, если быть более точным. Будем потом проплачивать еще наверх обязательно, да, но это уже не форсажи, разумеется, это мы вот про Express Smart Game. Обязательно буду покупать и 9, и 10, и 11 уровни, соответственно, и дальше уже наверх. Но пока что хочу полностью заполнить все, что у меня ниже 8 уровня. Осталось 3, 2 и 1. Вот так вот это все и работает. Чтобы вы не пропускали маркетинг, ни в коем случае, вам нужно, конечно же, работать именно в этой как бы стезе. Все показал, надеюсь, вам было весьма как бы, ну, понятно, да? А касаемо вопроса о том, где взять MetaMask, потому что многие спрашивают, да, что это такое, как его там заполучить и так далее, и так далее. Ну, вот, пожалуйста, MetaMask. Скачиваете его, работаете через Google Chrome, очень удобная тема. Полно роликов на YouTube, как можно создать MetaMask. У меня тоже будет подробная статья обязательно, да, в описании под этим роликом. Как вы можете добавить сеть Binance Smart Chain. Это все делается очень просто. Нажимаете на MetaMask. Да, у меня-то уже сеть здесь сделана. Вот она, да, Binance Smart Chain и сеть Ethereum, да. Добавляете сеть, ну и дальше уже вбиваете определенные пункты, которые будут по ссылочке в описании к данному ролику. Все просто, все понятно, ничего сложного. И немножечко все-таки про маркетинг.
Да, здесь действительно вкусно. И для того, чтобы вас не обогнал ваш нижестоящий, так скажем, партнер, вам нужно всегда повышать уровень. Вот почему эта матрица очень даже жизнеспособна. Если что, все презентации могу вам отправить. Если у вас еще не было в Форсаже, вот, пожалуйста, у меня нет аккаунта в Форсаж. Вы по правой части все это регистрируете, как в моем первом видео. Если у вас уже был Форсаж BUSD, у вас даже структура будет перенесена как раз в эту тему. Это уже левую часть экрана вы будете смотреть. Все здесь просто. Ну и понятное дело, вот обратите внимание, уровни, да, старт игры, они стартовали с 16 уровня. 15, 14, 13, 12, 11. Но мы-то понимаем, что в первой восьмерке, в первых восьми уровнях будет максимальное количество людей, потому что у кого-то может быть тяжелая там финансовая ситуация и так далее, и так далее. Поэтому цикл это вот левое место, правое место. Но по факту это вроде можно рассматривать как бинар, но все-таки здесь такая вот линейная интересная история. И деньги могут приходить откуда угодно. И сразу они приходят на ваш кошелек MetaMask. Вам не надо ничего отсюда выводить, не надо искать кнопку Winroll, вывести, сразу выводите и все. Потом обязательно я все вам покажу. Но вот этот слайд сразу, да, награды в Express Smart Game генерируются, когда игроки активируют уровни. 100% от суммы активации, вот я сейчас сделал, столько активации, вообще пипец, куда это все уходит? Значит, 100% от суммы моей личной активации, Руслана Захаркина, делится на 4 части, 74%, 13%, 8,5%. А также сразу в одной транзакции распределяются на кошельки участников согласно правилам игры. Базовая награда. Base gift, да, как это можно назвать по-английски, 74% переходит к случайному вышестоящему участнику в уровневой структуре. Реферальный бонус 26% делится между его вышестоящими реферальными партнерами до третьей партнерской линии. Значит, вышестоящими, не ниже стоящими, а вышестоящими. Значит, первый вышестоящий получает 13%, второй получает 8%, и третий вышестоящий, видите, вот по вот этой схеме, он получает уже 5% соответственно. Вот как это происходит. 1, видите, да? 1, 2, 3 и 4. Типа с двоечки 100%. Вот четверочка получает 74%, троечка получает 13%, двоечка 8% и однерочка 5% соответственно. Реферальные бонусы можно получить только с активированных уровней. Вот что вы активировали, с того и получаете. Я с седьмого не получил, лоханулся. Я мог вообще практически отбиться уже, но видите, не получил. Поэтому уровни лучше проплачивать и учиться лучше на чужих ошибках. Кто-то скажет, там это вот разработчики ошиблись. Нет, это мы ошиблись, поэтому больше так я не буду поступать. Значит, бонус. Партнерская привязка и структура команд для участников Форсаж остаются такими же, как и в основной программе Форсаж BUSD. Но опять-таки мы заходим же на новую вот эту вот тему, поэтому Express Smart Game его и качаем. Да? О, заморозка. Уровень будет заморожен, если выполнено два цикла. Получены две награды базового уровня, это по 74%. Да, вот, но следующий более дорогой уровень не активирован. Когда уровень заморожен, вся прибыль, включая реферальные бонусы, переходит к вышестоящему партнеру, у которого активирован этот уровень. Обгон. Вот слушайте внимательно. Если ваши личные партнеры активируют любой уровень в Express Smart Game раньше вас, значит вы, ну как бы все, позади вас обогнали, и вы можете начать упускать профит на уровне. Поэтому здесь компания рекомендует активировать как можно больше уровней, чтобы избежать упущенной выгоды. Вот такие вот дела. Коллеги, друзья, партнеры, я вам рекомендую, конечно же, подписываться на мой телеграм-аккаунт Захаркин, нижнее подчеркивание, внимание. Подписаться на мой YouTube канал, безусловно, потому что я уже одно видео снял и буквально следом снимаю уже второе видео. Вот оно, кстати, первое есть. Второе тоже есть. Там обязательно будут просмотры. Я уверен на 100%, потому что только-только я его загрузил, и только-только тема идет на рынок СНГ. Если она стрельнет так же, как Форсаж, то, конечно же, лучше быть в первом вагоне. Поэтому всем респект. Я уверен, что и X-банда, и Криптоапостол, и все-все-все сделаем максимальный движ. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и давайте с вами сделаем просто движ, осознавая возможности и риски, потому что без этого никуда. Жизнь тоже может скомануть, но слава богу, мы все живы, здоровы, полны сил и хотим зарабатывать. Значит, будем зарабатывать. Ссылочка в описании, заходим, качаем, интересуемся и инвестируем именно посильную сумму. Не надо там кредиты какие-то брать. Есть свободные средства, зашли, поиграли и все. Вот так вот нужно к этому относиться. Гарантий нет, а возможностей выше крыши. Пока!